Раньше я не чувствовала себя женщиной, я не знала о женственности ровным счетом ничего. Отношений не было, внутреннего гармонии и уюта тоже. Случайно на форуме я увидела, девочки рекомендовали книгу Ольги Валяевой «Предназначение быть женщиной». Я обошла все магазины, которые можно было, но ее там не оказалось. И я поняла здесь что-то, что заставляет меня гнаться за этой книгой. Я нашла ее, я ее скачала. И не дочитав до конца, я сразу же рекомендовала ее всем подругам. Девочки, как и я, читали запой, мы ее обсуждали. И я поняла, что Ольга Валяева знает чего-то, чего не знаю я. Я стала медленно меняться, все это происходило не сразу, постепенно. Я начала себя, я начала читать статьи, я прошла марафон, я покупала себе цветы, я записалась на маникюр, я ходила на массаж, и я более-менее начала выходить из той кризисной ситуации, в которой я по собственной вине и оказалась. У меня нет любви внутри. Как меня может кто-то полюбить, когда я не люблю себя? И стали происходить удивительные изменения. Я даже не думала, что отношения с мужчиной могут быть настолько глубокими, наполненными. Он говорит мне, какая я женственная. Первый раз в жизни я получаю такой комплимент, и тогда я понимаю, что я на верном пути. И для меня это самое большое открытие в жизни. Это когда я открыла для себя Олю Валяеву. Сейчас, оглядываясь назад, я не узнаю себя. Изменилось абсолютно все. Люди, события, отношения. Я еще никогда не была так счастлива, чувствуя и всем своим существом ощущая себя женщиной.